Организация могильника в Североморском приюте для животных может обернуться уголовным делом. Сотрудники прокуратуры завершили проверку, выявили ряд нарушений и направили все материалы в местный отдел полиции. Могильник был обнаружен в Североморском приюте «Верность» 1,5 месяца назад. По словам волонтеров, они нашли его случайно во время уборки и обхода территории. В одном из бетонных боксов в картонных коробках лежали полуразложившиеся собачьи трупы общей массой более 250 килограммов. В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили нарушения в действиях председателя Североморской организации «Общество защиты животных». В настоящее время возбуждено административное производство касаемо нарушений ветеринарно-санитарных правил захоронения биологических отходов. Кроме того, в правоохранительные органы направлены соответствующие материалы для проверки либо отсутствия, либо наличия состава преступления по факту обращения жестокого с животными. Статья предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Чтобы возбудить уголовное дело, полицейским предстоит выяснить, в результате чего погибли животные, захороненные на территории приюта. Была ли это естественная смерть или над собаками издевались. В этом случае виновным придется ответить по закону.